Здравствуйте. В прошлый раз мы закончили рассмотрение родительного падежа, значение родительного падежа без предлога, а сейчас мы обратимся к родительному падежу с предлогами. Предлогов, которые употребляются с родительным падежом, достаточно много, пожалуй, побольше, чем с каким-либо другим падежом. Поэтому вот все это распределится на несколько передач, чтобы как-то систематизировать предлоги, от чего-то оттолкнуться. Оттолкнемся от учебника иеромонаха Алипия Гамановича, где предлоги описаны следующим образом. К предлогам с непроизводной основой относятся такие-то, такие-то, хотя насчет предлогов «ради» и «деля» можно было бы поспорить, потому что «ради» — это форма древнего слова «ради», которое родственно слову «родеть». И в именительном падеже оно не сохранилось, а только вот в таком грамматикализованном виде предлога. А «деля» родственно слову «деть». «Куда мне деть?» «Что мне делать?» Вот это вот «деля» тоже не родной предлог. Родные предлоги — это те, которые могут быть приставками или предлогами. Вот это вот предлоги полностью непроизводные. А производные предлоги, соответственно, произошли от каких-то других слов, например, от наречий. Разберем мы и производные, и непроизводные. Вот начнем по порядку те, которые относятся к родительному падежу. Предлог «без». В учебнике Георгия Александровича Хабургаева про него сказано следующее. В славянских языках употребляется как префикс и как предлог со значением отрицания, указания на отсутствие или недостаток чего-либо. Посмотрим на примеры. В молитве «достойно есть» мы видим два раза употребленный предлог «без». «Без кого-чего» – «без сравнения» – «серафим», и «без кого-чего» – «без истления» – «богослово рожицую». В одном случае указывается, что Богородицу невозможно даже сравнивать с серафимами, а в другом случае утверждается, что Богослово она родила без истления. В греческом «без истления» «афорос» или «афория» – «неиспорченность», «непорочность». С точки зрения Рейхлина это «афория», с точки зрения Эразма это «автория». А – приставка, которая отбирает то, что дает корень, а корень-то в этом слове «втор». Собственно, слово «фторос» – «разрушение», «гибель». Или слово «втора» – то же самое – «гибель», «поражение», «разгром», «порча». Отсюда же название химического элемента – «втор». Фтор – это то, что вот сильно портит все, яд практически. В латинском языке на месте слова «истление» стоит слово «коррупция». Соответственно, без истления это непорочно. В вечерних молитвах, в молитве четвертой святого Макария Великого, читаем прошение следующее. «Неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба твоего соблюди». Без мечтания, без сновидений просим мы сна ночного. И вновь сочетание родительного падежа с предлогом «без» дает вот то самое указание на отсутствие или отрицание чего-либо. Предлог «до» также имеет сопоставление с приставкой, с древней индоевропейской приставкой, которая указывала направление движения к чему-либо. И параллели, естественно, в индоевропейских языках. Основное значение – указание на предел или направление к предмету. Например, «доходите», «донести». И употребляется предлог «до» только с родительным падежом. Здесь мы отвлечемся от грамматик и обратимся к словарям. Словари описывают слова. И в том случае, когда перед нами знаменательные слова, их значение описывается вот лексическое в основном. То, что слово значит вот в этом мире. Если в словаре есть слово «медведь», то значением его будет вот идея об этом животном. А предлоги, суть слова, не знаменательные, а служебные.
У них значение скорее такое не лексическое, а грамматическое. И поэтому, когда мы открываем словарь, мы там видим грамматику в тех статьях, которые посвящены предлогам. Вот попробуем мы открыть два словаря. Материалы для словаря древнерусского языка Измаила Ивановича Срезневского и переизданный в 4 томах словарь старославянского языка, где удачно систематизированы эти значения. Начнем со словаря Срезневского. Итак, предлог «до». Первое. Для обозначения границы движения к месту. Примеры. «Як уже молния исходит от восток и является до запад, тако будет пришествие Сына Человеческого». До запад. До кого? До чего? Граница движения к месту. «И ты, Капернауме, иже до небес вознесыся, до ада снидеши», говорит Господь. «До небес, до ада». Граница движения к месту. И далее в той же цитате. «За не аще в Содомех», потому что если бы в Содоме «быша силы были бывшие в тебе», прибыли оба быша до днешнего дня. Потому что если бы в Содомах были явлены силы, которые были явлены в тебе, то Содом существовал бы и до ныне, до днешнего дня. Это уже не пространство, это уже время. И да, читаем второе значение для обозначения границы во времени. «Беже час яко шестый, и тьма бысть по всей земли до часа девятого». До часа девятого, обозначение границы по времени. «Претерпевый же до конца, то и спасен будет». Опять, до конца – это до какого времени? В заголовке часов на Святую Пасху читаем. «Подобает ведать, яко от сего дне, святые и великие недели Пасхи, даже до субботы, часы и полуночница, и повечерия сице поются». И далее идут пасхальные часы. «Даже до субботы» – обозначение границы по времени. В некоторых старых молитвословах, в конце, там, где сейчас помещается исповедание грехов повседневное, помещался несколько иной текст, который вот из того, что мы имеем сейчас, можно сравнить разве что с дневником зависимости, дневником избавления от зависимости, когда человек, страдающий какой-либо зависимостью, каждый день пишет о своих вот чувствах, ощущениях и прочее, и прочее. И вот в этих самых некоторых молитвословах предлагалось такое ежедневное испытание своей души. Во-первых, нужно было поблагодарить Бога за день, который Он подарил. Во-вторых, все подробно вспомнить, что делал в течение дня, от утра даже до вечера. Все, что говорил, думал и делал до вечера. Опять граница по времени. Но поскольку текст интересный, мы еще и следующие пункты посмотрим. Третье. Если сделал что-то хорошее, благодари Бога за это и проси Его помогать тебе и дальше в этом. Четвертое. «Аще же что лукавое судеял еси, от себе самого, от своей немощи или лукавого обычая и произволения сие происходите глаголя». Значит, не обвиняй Бога за то, что ты сам нагородил лукавого, и обещай больше так не делать. Пятое. «Со слезами Творца Твоего милостиво твори, да настоящую ночь тиху, безмятежную, неблазненную и безгрешную дарует. День же утрешний на словословие имени Его святаго цело предварите дарует». И пристяжение. «Аще обрящешь его с главницу мягку, если будет у тебя мягкая подушка, оставию, а камень подложи Христа ради. Аще те зима будет спящу,
«Потерпи» глаголе, «яко иние от нюд не спят», а другие совсем не спят. «Та же прекрестися», потом «перекрестись», «и с молитвою засни, помышляя день судный, како имаши предостати Богу». Вот самый лучший способ завершить день. А мы продолжим рассмотрение значения родительного падежа с предлогом «до». Для обозначения границы количества. В 1458 году архиепископ ростовский Феодосий пишет окружную грамоту духовенству, где, в частности, упрекает в том, что они венчают четверобрачных, то есть тех, кто в четвертый раз женится. «Слышу в вас возникшую злобу ветхие прелести, на мнозе простершуюся, очень распространившуюся, рекше, то есть, прощаете своим детям духовным поимати третья жены и до четвертая», вплоть до четвертой, для обозначения границы количества. Для обозначения приблизительного количества, когда народ избранный выходит из Египта, о количестве его сказано следующее: «Воздвигошеся же сынове Израилевы от Рамесы в Сокход до 600 тысяч пеших мужей, кроме домочадства». Одних мужчин было примерно 600 тысяч, до 600 тысяч, не считая их домочадцев, то есть жен, детей и прочих. Пятое. Для обозначения предела действия. Приходит Господь в образе трех ангелов, «воззрев же очима своима, видя, и се трие мужие стояху над ним, и видев, притече в сретение им от двери сени своя, и поклонися до земли». Обозначение предела действия, вплоть до земли. В послании к филиппийцам апостол так описывает послушание Господа нашего Иисуса Христа: «Смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные», до смерти, вплоть до, для обозначения предела действия. «Порази же град во всей земли египетской, от человека до скота». Опять нижний предел от человека и верхний предел до скота, от и до. Здесь, может быть, это не обязательно предел действия, это предел любого варьирования. Шестое. Для обозначения перехода действия, то есть для обозначения объекта. В XI веке Феодосий Печерский написал послание великому князю Изяславу о вере варяжской или латинской, где, в частности, говорит: «Милостив буди не токмо до своих христиан, но и до чужих». Вот эти вот свои христиане и чужие, идущие в родительном падеже с предлогом «до», обозначают объект. «Милостив будь по отношению к кому». В издании «Бесед» Григория Великого, Григория Двоеслова, тоже видим эту конструкцию: «До господского винограда печу имуть», имеют попечение о господском винограде. Вот этот вот господский виноград – это их объект. Это 13 век издания. И седьмое значение, которое мы рассмотрим, выделенное у Срезневского, для обозначения местонахождения в смысле предлога «у» или «в». Например, в книге пророка Даниила в древних изданиях стоял предлог «до» в конструкции «и греха не обрету до него». У него не находим никакого греха. Сейчас это место читается несколько иначе: «и реша чиновницы не обрящим на Даниила вины». Вот, на Даниила, как бы у Даниила, или против Даниила, если угодно. А в древности там стоял предлог «до» и родительный падеж. В следующий раз мы будем рассматривать родительный падеж уже с предлогом «из» и так далее.
Всего доброго.